Всем привет, ZBrush 2019, и вот такой вот вопрос. Есть вот такая модель, вот такая. Это Шон Коннери, агент 007. Также он играл во многих фильмах, особенно именно «Скала» и, по-моему, еще «Индиана Джонс», именно, по-моему, последняя часть вот эта. «Череп» там что-то. И вот вопрос. Нужно вот это все дело, вот это дело, рассмотреть, почему он выглядит именно вот так после лепки. Так, первое, что я вижу, это модель именно фейсген или аналог ее. Там два варианта есть. Так, по мышцам вот этим лица сходство есть, но тут нужна корректировка. И что можно с этим сделать, да? Значит, вот так вот никогда не делайте. Вот когда вы работаете, вот таким образом можно работать только с скульптой с альфа-6. И то, если картинка находится где-то слева или справа. Вот эта вот штука вас убьет при работе. Так. Давайте рассматривать. Так, пока я модель уберу в бок и включу любимый мой Epic Pen. Так, включим, значит, рисовалку. И что тут еще есть? А, вот, толщина. Так, смотрим. Когда вы начинаете... Так, давайте начнем с того, что вы... Когда вы начинаете лепить именно персонажа, что вам нужно делать? Вы не знаете анатомию. По любасу. Все. Анатомию откинули. Вам нужно именно чувство объема и, как сказать, визуализации. Во, какое умное слово, да? И вот смотрите. Значит, что вот здесь вот можно увидеть? Вам сначала нужно персонажа скачать несколько фотографий. Первое, что я здесь вижу, это, значит, висок. Он как бы, так, это я многовато поставил. Так, и можно стерочкой пройти. Давайте посмотрим. Вот уши. Первое, замечаем уши. Уши острые, большие, вытянутые. Есть, запомнили. Так, морщины на лбу, запомнили. Волос не запоминаем. Запоминаем именно форму черепа. Волос это может быть, как у женщин, большой, там чуб разный. Это все ерунда. Ловим кромку вот этого лица. Вот. Поймали. Видите, какая она. Следом. Подбородок. Вот то, что я делаю. Я сначала ловлю уши, потом вот этот изгиб и именно подбородок. Подбородок именно прямоугольный. Причем форма почти выявлена. Есть округление. Это само собой. Все мы люди. Так, дальше. Глаза, большие вот эти части, именно нижняя часть век, припухлые. Так, брови большие, дальше, нос широкий, нос широкий. Если нос широкий, значит он большой, значит у него большие вытянутые ноздри. Так, губы. Так, Ctrl-Z не работает в этой штуке. Значит, нижняя губа и верхняя губа, они, в принципе, идентичны. Все, складки, пока всю вот эту вот шнягу не запоминаем. Запоминаем только именно пропорции шеи. Последнее, что нужно запомнить, это пропорции шеи. Шея толстая, но она уходит... Вот, вы, как бы тут рев плохой, но она уходит вот сюда, потому что он стоит как бы полубоком, и нужно постоянно делать именно поправку на то, что он не в фас и не четко в профиль. Это, ну, почти что анфас, где-то так, ну, переход. Дальше. Здесь он повзрослее, здесь он помоложе.
Структура носа, конечно, меняется. Такие именно рефы использовать нельзя. Бамс. Потому что вы запутаетесь. Если вы берете персонажа, допустим, вот молодого, ну, допустим, вот здесь 45, да, то старайтесь искать приблизительно такие же именно фотографии. Если таких фотографий нет, да, вы можете взять в возрасте, но, опять же, вы делаете поправку, что у него становится в старости нос еще больше, губы тоньше по любасу, подбородок уходит именно, как сказать, если он, допустим, подбородок выглядит вот так в молодости, то в старости он, ну как, выглядит вот так где-то. Да, он почти выдает форму, но он становится округлее, мягче, больше морщин и так далее. Ну, короче, вот такая штукенция. Еще раз напомню, что вот так не лепите. Лучше добавляйте текстуры. Так, давайте я все это дело постараюсь удалить. Это где тут? Во, все, в мусорку. И текстуры, вот они, текстуры. И ставьте их как-то вот поменьше сбоку, этот снизу. Значит, здесь, ну, чтобы глазу именно как... Есть принципы, по которым есть золотое сечение. Все, не буду эту всю шнягу объяснять. Короче, если вы лепите фас и профиль, фас у вас должен находиться под правым глазом, а профиль под левым. Если вы лепите именно фас и профиль, то значит профиль кидайте на левый глаз, а как его, фас на левый глаз, а профиль на правый. Вот так устроено зрение, что вы будете хорошо контролировать, как зрение идет чуть-чуть под углом, и вам нужен именно фас, вы его будете нормально видеть. А именно профиль, он будет соответствовать, ну, как вспомогательный, вот, как же это все объяснять-то, я его маму. Правый глаз, короче, это все дело вам этот угол покажет. Короче, попробуйте. Итак, давайте все это дело исправлять. Понравится вам, нет, я буду использовать именно так вот эту красную глину. Перспективу я теперь выключу. Получается у нас вот такой вот уродец, да? Это вообще жесть. Ну что делаем? Давайте все это дело перекручиваем. В перспективе никогда не лепите. Это, во-первых, гадко. Так, теперь это значит фас нормально. Вот в таком духе будем лепить. И то, что я сказал, выбираем кисточку Move Topology. Выбираем побольше, так тут симметрия стоит. Уменьшаем вот эти части, даже кисточку можно еще побольше. Уводим уши подальше. Сначала ловим вот этот вот изгиб, потом все это дело подправим. Так, череп. Вот такой череп быть у него не должен. Я уже говорил, что программа FaceGen увеличивает размер черепа очень большой. Поэтому нужно его... Так, вот здесь вот темечко. И вот здесь вот нужно чуть-чуть его как бы подсадить. Так, где-то выходит так. Шея. Ну, это валенок, а не шея. Она такая быть не должна. Вот вы ее поправили. Но пока вы не поправите опять же ее сзади, это будет... Вот эта часть, вот. Это будет гема. Так, вот такая шея еще, поверю. Теперь, что у него еще? Вот, как я сказал, лицо у него, вы видите, что вытянутое. Давайте обманем эту штуку, x-симметрию отключим и чуть-чуть вытянем гизмо. Вот уже что-то похоже. Так. Что еще можно здесь сделать? Так, вот как я и сказал, ноздри большие, нос большой, уши
большие, так вот, верхушка находится чуть выше глаза, мочка находится по уровню носа. Ну, в принципе, так вот, эта часть соответствует так. Х-симметрия. Так, подбородок. Теперь подбородок. Короче, все это дело выглаживаем. Вот этого не надо, этого ничего. Вот этого не надо. Короче, тут надо его полностью переделывать. И смотрите, вот эти мышцы лицевые. Так, что тут еще? Глаза, что ли, есть? Отключим, не надо. Вот это все выглаживаем. Вот это все сделано неправильно. Вот это все. Так, вот это тоже складка. Такая явно выраженная не должна быть. Складки тоже пока убираем. Вы видите, что большие у него вот эти... вот эта часть, она у него небольшая. Вот. Поэтому давайте исправим еще брови. Так, исправляем брови. Так, кисточку побольше. Так, вот эту часть уводим вот так вот, но она у него еще мягко вот так вот уходит в бок, округляется. И явно выраженной вот этой шишки, вот это над глазом, у него нет. Так, вот это сюда чуть-чуть уводим. Вот таким вот образом. Так, что еще я тут вижу? Так, щека. Угу. Давайте попробуем теперь подправить. Так, вот эту часть. Вот эту часть тоже уводим. Здесь, значит, опускаем вниз. Подбородок еще опускаем вниз. Челюсть вот эту чуть-чуть корректируем. Так, здесь у него, значит, большой волос. Чтобы понять, как чего, давайте пока понабросаем клей билдап на двоечку. Кисточку чуть-чуть давайте побольше. И что делаем? Так, смотрим. Нос расширенный, здесь суженный. Вот это все нужно, так, шифтом, шифтом, шифтом. И вот это все нужно вот так вот накидывать. Во, вот так. Здесь идет опять же пухлая часть, вот, вот эта часть. Так, здесь щека, щека, как уходит. Вот щека вот сюда вот так накидывается, вот таким вот образом. Вот таким пока все грубовато. Так, переносится. Здесь у него выходит, значит, бровные дуги. Вот эти. Выглаживаем. Теперь что? Складка у него идет между глаз, именно с одного глаза. Вот с этого. С этой нету. Так, пока это не трогаем. Здесь, значит, корректируем губу. Вот, пока ее побольше делаем, выглаживаем, все уменьшаем. И вот здесь вот тоже две полоски делаем одинаковые. Так, все это намечено. Теперь что можно сделать? Так, подбородок. Значит, у подбородка у него идет здесь вмятина. Здесь у него идет большая вмятина тоже. Здесь. Вот таким вот образом. Так, здесь тоже вот чуть-чуть уменьшим. Вот так. И вот здесь вот уберем. Так. Вот эту часть. Во. Вот пока вот так как-то все это дело наметим. Что-то слабовато у меня сегодня мышка все это дело стирает. Или модель такая. Теперь что? У него выходит вот этой складки нет. Мы ее альтом убираем, вот эту складку-то. Она нам не нужна. Так, получается здесь просто... Так, вот здесь вот
Альтом уйдет вот так вот от губы. Здесь альтом подгадываем. И, короче, вот грубоватая наметочка вот такая. Так, вот эта складка, ее, в принципе, вот этой складки здесь не должно быть. Как вам вот еще сейчас показать. Вот она, смотрите, сначала делаем челюсть, ну, вот эту скулу, мы ее фиксируем. Потом альтом здесь вот уменьшаем. Там побольше, наверное, уменьшать. Лучше с нуля, конечно, делать. Вот не люблю вот это вот переделывать. Так, вот сюда, здесь вот грубо накидываем вот сюда. Задней вот этой скулы у него, в принципе, большой нету. У него только все впереди, у него лицо как потекшее. Так, здесь мы делаем вот сюда грубую накидку. Потом накидываем челюсть. Вот так вот. Вот, вот таким вот образом. Так, есть. Все это грубовато. И побольше, да, побольше накидываем. Потом здесь отрезаем ему, намечаем лоб. Залысины вот эти. Так, здесь у него должны быть. Вот они у него. Здесь вот две как бы шишки. Вот так. Мы их тоже намечаем. Так, есть такое дело. Подбородок. Вот с подбородком теперь у нас получается что? Так, 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 так. А, давайте теперь вот здесь вот еще альтом вдавим вот эту часть вот здесь. Вот так, здесь все выгладим, подгадаем и сделаем здесь вот как бы мягкие ткани, ну как у черепа. Просто поднакидаем опять, чтобы ориентир иметь. Так, все это дело грубовато, опять же все накидываем. Так, теперь что у него выходит? Так, 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 мочка уха. Вот эта мочка уха у него. Вот так. Пышнее. И Moff Topology длиннее. Во. Вот так вот. Так, теперь что у него тут еще? Ухо чуть-чуть отведем. Потом здесь надо будет еще вдавливать. Проходить ухо, корректировать. Так, что-то такое. Вот шеи теперь получается у него говно. Правильно? Правильно. Вот теперь мы это говно через Alt все это дело вот так вот вдавливаем, шифтом выглаживаем, убираем вот эту ненужную мышцу. Она не так у него идет. У него шея. Так, вот здесь вот наметим вот эту переход, вот этот, во. Это все выгладим. Что-то у меня хреново стана выглаживает, а? Так, и смотрим, что у него получается. У него просто вот здесь, вот здесь. Так, вот так, кадык. Кисточку побольше. У него просто вот здесь вот так вот выходит. От уха мышца, правильно? Здесь вот эта мышца тоже намечаем. Просто грубоватая. Так, здесь, чтобы было все нормально, желательно делать бюст. И вот как бы вот эту часть. Так, вот эту часть. Вот так, вот так, вот так вот. Поднабросать поровнее. Это вот, чтобы ловить переход уже на плечи. Так, здесь у него Alt ключица должна вот так вот идти. Так, здесь у него кадык неявно выраженный. Вот здесь у него вот эта вот шишка, усиленная мышца, так сказать. Вот здесь вот все сглажено, сглажено. И побольше все это сглаживаем. Так, теперь, когда мы это все сделали, нужно ему накидать именно вот эту вот часть, чтобы он был узнаваем. Вот это где нос, сейчас буду показывать. Вот эту.
И она здесь вот такая просто пухлая. Вот так вот. Вот так она у нее пухлая. Потом здесь идет, она же вот эта часть через Alt. Здесь мы чуть-чуть уменьшаем, выглаживаем. Это все еще идет вот эта мышца. Вот этот вот переход. Вот так. Вот он и дает вот эту вот, как сказать, припухлость вот эту вот. Так, здесь скула, вот эта часть у него вот так вот идет. Вот так. Здесь тоже чуть-чуть выглаживаем. И нужно поймать вот этот вот ракурс, да? Опять это Move Topology. Вот так. И корректируем вот эту часть. Вот эту часть. Вот эту часть поднадуем. Потом нам нужно вот эту складку. Вот эту складку вывести вперед. Здесь она слишком большая, ее надо убрать и вот такой сделать подбородок. Во. Так, это надо профиль уже поймать. Ну вот еще что, здесь вот по носу видно, что он не соответствует вот этот нос. Нужен хороший именно картинка хорошего профиля. Так, давайте я сейчас поднабросаю еще волосы, чтобы уже ориентир иметь. Конечно, лучше экстрактом, но... Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, обрезку сразу делаем, намечаем. Опять же, можно ухо замаскировать, чтобы его не затронуть. И какие-то детали потом уже поднакидать. Так, волос у него здесь идет пышнее. Так, здесь у него уходит назад. Здесь у него кант от волоса, потому что волос пышный. Так, здесь вот у него не у бакенбардов. Вот где бакенбарды, это понятно. Здесь вот нижняя часть бакенбардов только пышная, которая идет на бороду. Верхняя часть вот это вот, это уже вот такие штукенцы, как бы шапка. Бокс, полубокс. Вот так. Вот таким вот образом. Это как бы шапка у него выходит. Здесь еще потом, конечно, корректировку нужно будет делать. Так. И получается, что здесь мы ему делаем накид больше волос. Вот отсюда. Вот так вот. Вот таким вот образом. Но видим, что у него вот здесь вот сверху, здесь же чуп еще у него. Так, 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 так. Накидываем, накидываем. Вот такой чупан у него. Здесь вот дальше можно потом подкорректировать. И вот эту часть, вот вы видите, что здесь как бы полукруглая, да? Но полукруглая она идет с одной стороны, потому что он как бы в анфас больше, ну так, стоит. Значит, вот здесь у него, вот здесь у него примята. Вот здесь волос у него примят. А шапка находится именно сзади вот это вот. Вот таким вот макаром. Вы видите, что теперь изменилась именно форма, как это сказать, головы. Вот таким образом. И теперь, что можно делать, чтобы не накидывать так сильно массу, давайте вот кисточкой. Чуть-чуть заднюю часть мы вытянем. Именно заднюю. Так, здесь все нормально. Так, лоб у него большой. Здесь у него дуги нормальные. Кисточку теперь делаем поменьше. И вот эту часть чуть-чуть округляем. Вот, вот эти височные доли. Во. Вот таким вот образом. Здесь вот еще чуть-чуть как бы переход. Здесь пошире. Вот так вот. Залысина у него тут как бы. Вот эту часть волос
вот эту часть волос, вот эту вот, вот тут можно поднакидать побольше, вот где какие-то края, вот, вот здесь, вот там, чуб, вы накидываете именно тут. Не надо накидывать на всю голову, потому что есть рост волос, надо его тоже, кстати, изучить. Так, и вот теперь нужно все это дело лицо, когда вы складки вот эти нанесли. Нам нужно его сделать что? Помягче, потому что у него таких переходов нет. Здесь у него другая мышца. Вот так, вот здесь мы накидываем и сразу выглаживаем. Вот так вот. Следом чуть-чуть вот как-то вот елочкой выкидываем вот эту вот скулу. Вот так. И опять же выглаживаем. Тут сильные складки в принципе не нужны. Вот как у вас тут над носом. Так. Здесь над носом. Что у него там с носом? Угу. Вот нос. Его ж нужно доработать. Опять же уменьшаем кисточку. И все вот эти нюансы просто примечайте. Вот чуть-чуть здесь сделать вот эту часть попухлее. Во, здесь легкий переход. Нос выглаживаем. У него слива вот это все равно чуть-чуть побольше. Вот так. И вот так вот ровный переход вот здесь идет. Вот такой где-то нос. И, по-моему, еще побольше должен быть. Так, что еще? А теперь вот без профиля, тут уже делать, в принципе, работа станет в никуда. Текстуры, импорт, рабочий стол. Я тут единственный персонаж, у которого очень трудно с профилем. Так, текстуры открываем, нажимаем. Все по прошлым роликам. Так, вот сюда мы его ставим, чтобы видеть. Кстати, попробуйте это дело и делаем поярче, ну, почетче. Z. Отключаем глаз. И смотрим, что тут у него. Нос у него еще больше. Вы видите, что у него вот эта дуга не соответствует тому, что выдала программа, допустим. Вот делаем побольше. Нос, так, значит, идет ниже к губе, вот так. А вот здесь у него слишком большой этот бугор. Вот этот бугор, вот этот, у него слишком большой, но он у него уходит дальше вглубь. И здесь как бы у него бугорок носа. Здесь у него чуть-чуть уходит, ну, короче, это изгиб носа у него вот такой. Следом, что там, вот эта бровь у него приподнята, вот эта часть. Эта часть у него уведена вглубь, вот, ну, опять же, рисовать на вот этот угол, словом. И вот эта вот часть вот эта. Так, губа у него маленькая, подбородок вот этот слишком у него. Так, вот эта часть еще должна чуть-чуть ниже быть за счет вот этой нижней части мягкой, во, посередине. Так, 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 так. Что тут еще? Тут побольше шрифтом. Побольше шрифтом. Поправляем теперь вот эти веки. Так, здесь, конечно, мешки все правильно. Вот здесь побольше их делаем. Здесь, короче, вот так вот намечаем. Брови. И Morphology. Смотрим,
Что тут-то как? Вот так все это дело. Как бы кверху задираем. Во. Эту тоже брось чуть-чуть кверху. Получается вот такая штукенция. Вот эту часть повыше. Эту теперь чуть-чуть пониже. И вот эту часть. Вот это самая запоминающаяся, да, часть. Вот это. Вот здесь вот так она должна еще ниже уходить. Глаз должен быть как бы вот таким вот. Так. Да, вот таким вот подтекшим. Так. Опять же шифтом. Так, так, так. Чуть-чуть здесь вот уменьшаем. Накидываем еще на челюсть, вот как бы на шею находя. О! Вот таким вот образом. Так. И прибавим немножко. У него двойной как бы подбородок вот так, неявно выраженный. Ну, в смысле, как сказать. И вот здесь вот тоже добавим мягкую часть, где губа. О, вот так. Во. Shift Z. И вот эту часть. Вот эту часть чуть-чуть, как бы вот еще во, вперед подадим. Вот так вот. Подбородок все нормально, губы все нормально. Эту часть чуть назад, где нос. И получается, что еще тут? Ну, чуть-чуть потолще. Вот так. Ну, вот таким вот образом получается Шон Коннери. Да, все это дело, конечно, грубовато. Тут его нужно доделать. Ну, лепить лучше. Так, вот эту губу еще надо, да. Вот что у него еще косяк какой. Вот эту губу нижнюю. Нужно чуть-чуть вперед подать. Она у нее как бы, ну, типа, блин, я обиделся. О, вот так. А нижнюю вот эту часть чуть-чуть вот, вот так вот придать. И тупой такой вот у него подбородок. Так, что еще тут можно сделать? Так, мягкость на скулу, на шею. Так, так, так. И вот где я губу накидал, вот эту часть. Здесь, конечно, нужно тоже немножко все переделывать. Так, губа у него ровная. Так, значит, опять же вот это все подтягиваем. И вот эту часть, во. Вот так вытягиваем. Теперь за счет изменения верхней губы будет похож персонаж. Так, здесь вот накидываем. Так, здесь вот чуть-чуть припухлость мышцы. Вот где рот тут вот от этой части идет. Вот так вот. И вот так вот все это делаем. И через Alt делаем вот эту пустоту. Накидываем чуть-чуть сверху. И шифтом выглаживаем. Так, что еще тут можно сделать? Вот эту часть подправить. Вот эту. Вот так вот. Вот. Вот эту часть нужно чуть-чуть как бы увести вот сюда. Здесь шифтом поднакидать, конечно. Вот выгладить.
уменьшаем теперь вот эту кисточку. Накидываем здесь вот эту массу. И через Alt вот эту часть чуть-чуть вминаем. Вот эта кисточка здесь, конечно, мне неудобно. Я скульптор с Альфа 6 вот это все дело делаю флаттеном. Вот так. И здесь вот ровненько так все выглаживаем. Вот такая штукенция. Так, вот здесь вот ямы вот такой быть не должно. Поэтому мы немножко или убираем вот здесь альтом вот эту часть. Вот так вот чуть-чуть ее округляем оттуда сверху. Или добавляем вот здесь вот как бы мягкую часть вот эту вот височную. Так, и опять же все это дело мягко надо сгладить. Так, здесь через Alt тоже отбиваем ненужность. Так, бакенбард попышнее. И словом, вот получается вот такой вот персонаж. Вот это я чуть-чуть уже переборщил. Надо немножко, она у него вообще мало выражена. И здесь вот так вот. Раз, раз, раз. Вот таким вот образом все дело происходит. Ну вот еще тут поработать, если это бюст, добавить глаза, уже глаза что-то покажут. В принципе, доработать форму ушей, поработать губы. Вот это все здесь у него мягко, гладко. И получается за счет, повторюсь, вот это вот. Вот эта вот припухлость, вот эта вот, она только вот здесь вот, ну как, вот по этому канту, вот по этому. Дальше ее нету. Дальше она просто гладкая, ровная такая должна, с переходом на вот эту скулу, или как она называется. Вот таким вот образом. Вот так. И меньше делайте вот этих вот прорезей. Вот так, если вы делаете накид, вот идет мышца, она идет куда? Опять же, нужно анатомию. Вот сюда она не идет сильно. Здесь уже у нее вот так как бы срезка идет. Здесь идет гортань. Вот эта часть и нижний подбородок, если человек полный, он начинает расти. Вот этот мягкий переход. И у человека в возрасте он в принципе есть. Вот эта складка, она за счет чего складывается? Опять же, от того, что вот здесь идет накид. Ну, вот эта полная часть идет вот здесь вот. Вот так вот. И уходит как бы на эту под шею. Вот таким вот образом. Но идет она, опять же, вот с этой вот. Вот с этой части, вот, с мягкой. Вот так, здесь эта часть чуть-чуть побольше. Вот так. Здесь вот тоже, где губа в основном складки, ну, припухлости. Ну, а здесь губы. Здесь вот можно тоже массы немножко поднакидать. Вот этот мягкий переход дать. И получается где-то что-то вот. В таком духе. Ну, здесь у него ямки. Здесь у него через Alt тоже вот это вот. Вот такая штукенция. Впадина, да. Подбородок как бы отдельно идет вот от этой вот части. Вот от этой. Все это дело накидывайте. И побольше-побольше делайте.
Если что-то не получилось, вы это дело через Alt лучше уберите. Вот, допустим, вот здесь вот впадину побольше сделайте. Если что-то видите, что не так. И вот так вот пригладьте. Если увидели, что более-менее похоже, да, вот здесь, ну, подправьте, поднакидайте где-то мышцу. Вот треугольничка вот так вот. Вот таким вот образом. Так, челюсть тоже тут немножко можно. Вот так поднакидать и опять же выгладить. Вот такой получается, в принципе, Шон Коннер. Ну, конечно, тут можно еще поэкспериментировать. Ну, как, вот чуть-чуть где-то приподнять, где-то еще можно как-то его опустить, потекшее лицо сделать. Вот это уже поближе к рефам. Вот так вот корректировать. Так, здесь она идет вот таким вот образом. Скула, допустим, сдернута. Вот здесь чуть поменьше. Скулу с ухом чуть-чуть можно вывести вперед. И вот такой, в принципе, наметка Шона Коннери. Ну, тут долгая песня. Ну, подправил вот таким вот образом. Нужно добавить еще... Так. Вот эти... Вкладки здесь, вот эти вот морщины. Вот так вот. Здесь вот часть тоже можно поднакидать. Вот так вот. И, в принципе, если вот так вот вы будете делать, потихоньку убирать, прибавлять, следить вот за этими всеми, как сказать, формами, хотя бы, не зная анатомии, хотя бы вот именно, вот, блин, как это трудно объяснять все. Ну, вот таким вот образом наработали, а что-то не так, убрали. Здесь где-то что-то поднакидали, а многовато, лучше приберитесь. Здесь где-то вот сделали складку, вот морщины лба. А, здесь что-то много. Тоже лучше чуть-чуть срезайте и опять пробуйте. Так, здесь вот X симметрия. Я как сказал, что здесь складка именно с одной стороны у него идет. Тоже это узнаваемость. Ее лучше добавлять. Вот так. Здесь она и побольше сгладить. Здесь тоже через Alt чуть-чуть сделать такую вот припухлость между глаз. Но это уже работаете без симметрии. Так, здесь вот переход тоже мягкий у него на эту складку от носа. Ну а здесь вот Alt подбородок у него, вы заметите, видите? Делится как бы на две части. Вот так. И тоже на этом можно сыграть. Именно накидывать мышцы вот на эту сторону. Вот так вот. Просто подбородок. Мышца идет вот с этой стороны. Вот, вот, вот отсюда вот все нарастает. Именно вот отсюда. И в эту сторону идет. Так, здесь вот чуть-чуть поокруглили. Вот словом такая штука получается. Все, всем пока, до свидания.